Национальные данные – это когда твои старые имя, твои старые школы, номер телефона, как тебя зовут, фамилия, твой адрес, чтобы к ним воришка не зашел. Есть такой день, когда их защищают. Я вообще не знаю, что такое персонажные данные. Когда я родилась, я была маленькая-маленькая. Это все мои персональные данные. Зачем вам защищать свои данные? Ним что, нечего делать? Они защищают информацию, чтобы никто ничего не знал. Где они живут. Потому что тогда люди все будут знать, как, где ты живешь, какой номер телефона, и будут тебе постоянно названивать, с тобой говорить.